Кража определяется как тайное хищение чужого имущества. За совершение мелкого хищения предусмотрена административная и уголовная ответственность, предупреждают сотрудники прокуратуры. Административная ответственность в соответствии со статьей 7.27 Кодекса об административных правонарушениях наступает за мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, стоимость которого более 1000 рублей, но не более 2500 рублей. Виновный является лицом, подвергнутым административному наказанию по части 2 статьи 7.27 Кодекса об административном правонарушении. Таким образом, уголовная ответственность наступает в случае повторного мелкого хищения чужого имущества, что подтверждено привлечением лица к административной ответственности по части 2 статьи 7.27 Кодекса об административных правонарушениях.